До революции в Севастополе было большое устричное хозяйство. В 1871 году в городе было создано первое русское устричное общество. В Севастополе в 19 веке добывалось до 5 миллионов устриц в год. Специально для них даже был создан первый железнодорожный вагон с холодильной установкой. Кстати, памятник затопленным кораблям на Приморском бульваре стоит на устричной банке. В 20 веке устрицы стали на территории Севастополя большой редкостью. Сейчас в городе формируются 6 участков общей площадью в 150 гектаров для разведения устриц.